Добрый день, дорогие друзья. Сегодня мы приехали в поселок Александровка. Это детки, не все. Правда, там несколько человек еще не может выйти. Живут в нуле. Это красная зона, это то есть между блокпостами украинского и ополчения Донецкой Республики. Дело в том, что сегодня был ужасный обстрел, повредили 3 дома. И вот одни люди, к примеру, обстреливают, а другие люди с Украины в праздник сегодня Святого Николая помогают деткам. Вот есть такое движение «Антивойна» с Викторией Шилова, а также подразделение «Антивойна» с Натальей Сорокиной. И мы сегодня «Антивойна Италия» привезли детям. Праздник сегодня какой? Святого Николая. Вот сегодня мы приехали, и этих особенных деток, которые живут в самом пекле, приехали поздравить с праздником. Ну что, будем разбирать подарки? Ну давай. Подходим сейчас? Держи. Держи, молодец. Держи. Давай, я подержу. Все. Держите. Вот он. Держите. Кому? Держи. Всем дадим. Подарков на всех хватит. Держи. Это тебе. Вот такая малышка. Спасибо. Еще кому? Кому мы еще не дали? Вам, да? Спасибо. И тут остались подарочки. Мы еще деткам дадим подарки. Это нет, это не теперь. Скажите, детки, вот сейчас праздник Святого Николая. И в этот святой праздник поздравляют люди друг друга. Это мы желаем всей удачи. У нас существует перемирие. Вроде как существует перемирие. Скажите, сегодня было гром или ночью? Стреляли, да? Вот видите, друзья, дело в том, что вот, вот эти детки, я просто не представляю, как можно по вот этим деткам стрелять. А вам, друзья, огромное спасибо, что вы не забываете их и помогаете им, поздравляете их. Низкий вам поклон за все. Ну что, скажем спасибо? Спасибо. Спасибо.